Здравствуйте, меня зовут Наталья Бырдина, и я художник. Сегодня я знакомлю вас с работой «Мой Сальвадор Дали». Эта работа была написана после прочтения книги «Дневник одного гения», автор Сальвадор Дали. И волосы, которые стоят дыбом, это были мои волосы, которые стояли дыбом, когда я читала эту книгу. С одной стороны, было очень неловко ее читать, потому что такие откровения не ожидаешь прочесть от художника. Здесь изображена рыба, которая для меня является символом бессознательного, который Дали мог соприкоснуться и изобразить в своих дальнейших работах. Эта работа — это всего лишь мое мнение об этой книге. Знакомьтесь.